Добрый день, дорогие наши друзья! Подготовили для вас очередной видеообзор. И начнем вот с этого роскошного сервиза. Алька Кунст. 40-е, начало 50-х годов. Это сервиз просто уникальный. Очень редкий. Здесь роспись серебром. Посмотрите, какая красота. Роскошные чайные полки. Большой чайник, сахарница и молочник. Сахарницу можно использовать и для меда, варенья, сметаны. И еще здесь у нас прекрасная находка, великолепная, просто редкая. Это Ваймар. Ваймар, конец 19 века. И клеймо стоит здесь только на блюдцах. Несмотря на то, что фарфор не тонкостенный, он светится. И чашка, и блюдца очень легкие, приятно держать в руке. Предмет редчайший. Здесь тоже большой чайник. Посмотрите на эти формы. Лопатки для торта. Хильдисхаймская роза, Германия. И здесь вот такой большой фарфоровый поднос. Это тоже конец 19-го, начало 20 века. И он в прекрасной сохранности. Золото все в прекрасном состоянии, что бывает редко. Здесь все сохранилось. То есть предметы берегли, о них заботились. И вот эти вот прекрасные находки тоже, бонбоньерка и ваза, это Хочин Ройтер, здесь клеймо. Ставилось оно с 1918 по 1945 год, здесь полностью ручная работа, ручная роспись. Это предметы эксклюзивные, класса люкс, выпускались они очень ограниченным тиражом. И повторы редко бывают. Модель может встретиться, но роспись уже будет другая. И вот такая ваза. Это все одна серия, один комплект. И есть из этой же серии у нас блюдо лодочка и глубокая. Винтажное блюдо роллов. Это Германия. 70-е годы, уже предметов этой мануфактуры не так много на рынке представлено. Сейчас мы уже все начинаем задумываться о подарках к Новому году и к Рождеству. И вот как один из вариантов, вот это панно Майсон в родном кофре подарочном. Отличный вариант для подарка. Предметы антикварные от английской мануфактуры Спот, начала 20 века, прекрасной сохранности. Вот такой изумительный цвет крытья здесь. Тарелки с разными рисунками все, с ручной росписью. И в прекрасной сохранности. И также здесь у нас два блюда из этой серии. Посмотрите, какая сохранность у предметов, которым 120 лет. Щипцы для десертов, для сладкого, Германия.
очень красивая хрустальная ваза на ножке для конфет, печенья, ягод. Это Нахтман. Прекрасной сохранности, состояние витринного хранения. Ручная огранка по хрусталю. Резьба по хрусталю. А вот такой крой для специй. Вторая половина 19 века. Это у нас Франция. Вставка хрусталь. Антикварный хрусталь. А вот такие пары. Англия. Royal Albert. Серия Леди Гамильтон. Костяной фарфор. Хрустальный штоф, массивный, очень тяжелый, такой брутальный. Это Швеция, это винтаж. Очень плотная притирка пробки, но хорошо держит. А вот такая ваза. Это у нас Валсан Ламбер. Ободок выполнен из серебра. Хрусталь и серебро очень хорошо сочетаются вместе, тем более, если когда был сам Ламбер. А вот такой кроет Виктор Саглием в прекрасной сохранности. Это тоже вторая половина 19 века. Предметы этого мастера встречаются редко. И тем более, чтобы они были в прекрасной сохранности. Здесь пробки родные, и они без каких-либо повреждений нареканий. Вот такой комплект чайный посеребрения. Кристофель маркирован, клеймо стоит, хорошее состояние внутри, готов к использованию по прямому назначению. Молочник, ручка и беновое дерево, и вот такая сахарница. Поднос тоже в продаже. И вот такие вот тройки. Начало прошлого века. Арно Востель. Это Германия. Роспись серебром. Посмотрите, какой тонкий фарфор. Он весь светится. Чашка просто легчайшая. Вот такие троечки в наличии. Это ваза у нас Розенталь. Ручная роспись, очень редкая серия, ручная роспись, ручная работа. И вот в пару к ней идет еще одна ваза такая. И Алька Кунс, тоже ваза, тоже с ручной росписью, это 50-е годы. Шикарная ваза. Два хрустальных фужера, карп-клокочник, родные лейбы сохранились. Хрусталь, 30% содержание оксида свинца. Хрусталь элитный, дорогой. Широкий борт золота. Еще один кроет Арман Френе. Хрусталь посеребрения, Франция, тоже вторая половина 19 века. Роскошный, просто большой кроет в прекрасной сохранности. И вот такой кроет для специй. Вставка кобальта и обрамление это полностью серебро. Клеймо Минервы стоит здесь. Роскошный тоже предмет, уникальный. Прекрасная сохранность. И в продолжение темы серебра, вот такая солонка, основа выполнена из серебра, вставка кобальт, ложка серебра, ложечка. Вот такие фужеры для коктейлей, мартини, также отличный вариант для подачи каких-то десертов, икры, либо закусок. Франция, очень хороший фрукт, хрусталь, роскошные предметы. Две вазы от немецкой мануфактуры Лиднер, одна в кобальте, одна вот такая вот с букетами с двух сторон. Это винтаж, 70-е годы. И здесь у нас еще поднос, вот такой вот, серебрение и металл, и
вставка зеркала. Друзья, у нас есть рассрочка. По всем вопросам пишите в WhatsApp, директ, дадим вам полную информацию. Ссылки на наши страницы в Instagram, Telegram есть в описании и под каждым видео. Наш номер WhatsApp тоже указан под этим видео.